Нинов Денис, казалось бы, можно расслабиться. Вроде 6 игроков, чекпоинта, да. Но при этом класс у них хороший. Я думаю, вы это почувствовали. Матч был на самом деле волнительный. Очень. Даже мне на комментаторской было непонятно, кто победит. И я с двойным энтузиазмом комментировал. Как тебе матч?
как тебе эмоции и вообще, что бы ты хотел в следующем отрабатывать, наверное, вот, улучшать для команды? Ну, я очень доволен игрой команды. У нас сегодня был шикарный сбор, и мы были настроены, ну, мы вообще настроены хотя бы третье место, да? Исходя из турнирных раскладов, ну, нам нужно было обязательно эту команду выигрывать, потому что очень большая вероятность, что она других наших конкурентов выиграет. То есть у нас плюс 3 очка. Соответственно, это был матч, ну, за 6 очков. За 6 очков. Первый раз мы столкнулись с соперником, когда мы не умеем играть, когда пятого разыгрывают. И когда команда умеет играть. Здесь у нас как бы промах. Первый опыт. Но все равно повезло, что выстояли и забили свой гол. Как, когда было тяжелее всего? Какой момент? Вот в конце прям самом? Или где-то в серединке? Я думаю, что в серединке до забитого нами гола. Чувствовал, что они могут переломить ход игры, но забитый гол нам помог. Как ты думаешь, давило на команду то, что они так спокойно реагировали на то количество пропущенных в начале на команду, что потом вот они начали отыгрываться и спокойно двигались как бы к цели? Возможно, но я увидел, что в конце матча они тоже начали волноваться и уже били в молоко. И где-то больше было уже у нас уверенность. Ну, у меня лично была уверенность, что мы дожмем. С победой! Спасибо. Поздравляем, спасибо.